Итак, следующий день. Собралась я на завтрак, и знаете, такой вот вид, что у меня где-то есть еще одни шорты черные, у меня где-то есть обувь другая. У меня где-то есть много чего, я нашла зато другую майку. Но после первого дня отдыха входишь в какое-то такое состояние. Я не хочу рыться в своем чемодане. Так что идемте на завтрак. Я чуть не впилилась и не вошла в заднюю дверь туалета. Обязательно одеваю кофточку, потому что там холодно. Все, приятного мне аппетита. Идемте на завтрак. Как там израильский континентальный завтрак в гостинице без соленой рыбы? Я по неучению скучаю в Европе. Но именно в Израиле можно несколько видов соленой рыбы поесть с утра. И поверьте, ничего с вами не будет, даже если вы заедите это сметаной. Это вот такой миф какой-то. Горячая вода закончилась, но я увидел утка и сыр. Так вот он, обычный израильский бутерброд. Мягкий сыр. И рыба красная. Ну что я вам скажу, море по-прежнему шикарно, но через несколько дней здесь ты начинаешь уже слегка тупеть. Я всегда с таким сильным расчетом, что нет, после городской суеты можно хорошенько отдохнуть и замахиваюсь на большее количество дней, чем можно пережить их на Мертвом море, потому что здесь реально офигенно скучно. После обеда возникает главный вопрос, когда ужин? Вот такая вот красота. Скажите, потрясающе. Я вчера весь вечер сидела и смотрела на огни вот этих вот потрясающих гор. Видите, вот видно. Сейчас на горах, на этих практически не видно город. То есть не видно вот эти постройки, которые ночью, когда не видно гор, сияют так, как будто вы находитесь в каком-то космосе, да, и оно плавно переходит в звезды. То есть вы видите кромку воды, что там какие-то огоньки, и потом еще где-то огоньки, еще на горах огоньки. Это выглядит, как будто это уже в небе, потому что горы не видно, как будто эти огоньки висят просто уже в воздухе. Так что вот такая вот красота, наше чудо света, Мертвое море. Идемте теперь, спущусь вниз, будем скучать там вместе. А это мой муж и мой ребенок там плавают. Пойду сейчас спущусь к ним. Вряд ли я буду принимать водные процедуры, потому что я не люблю плавание в бассейне. Но посижу, повдыхаю этот прекраснейший морской воздух, великолепнейший. Я до сих пор в рубашке хожу. Я не знаю, зачем я спускаюсь 30 градусов к морю в рубашке, не знаю. И знаете, такая вещь интересная, что люди, когда слушают, вот я сейчас получила комментарий один, да, мои рассуждения о возрасте, им всегда кажется, что я человек, который еще не вышел замуж, который не родил детей, что я человек, который, знаете, такой вот с чувством, что надо себя убедить, что я еще не такая старая, чтобы еще успеть все это сделать. Да, как будто вот у меня вот последний поезд уходит, мне срочно надо замуж, там срочно рожать детей. И люди не воспринимают меня человек, как человека, который уже все это прошел, расслабился, живет совсем другими интересами. Я когда родила ребенка 3 года назад, я поняла, что все, моя гонка завершилась, что я достигла того, чего хотела, теперь у меня период жизни просто блаженство. Я никуда больше не тороплюсь, я не считаю, что мне надо подумать о том, вот я сейчас достигну чего-то, и потом я рожу ребенка, а вот сейчас я сделаю, вот потом я сделаю, а вот списки, а вот как, а вот то. Все, я достигла всего, чего я хотела, и сейчас у меня идет такой период кайфа в жизни, что я не должна ни зачем бежать и никуда торопиться. И поэтому я всегда говорю, что на данный момент возраст для меня просто потерял всякую актуальность, потому что от него больше не зависит ничего. А люди, когда это слышат, они думают наоборот, что вот, знаете, я себя убеждаю, что вот еще у меня есть шанс выйти замуж. Я уже замужем, сколько лет, я уже не помню, 12 лет или 11 лет, по-моему, в этом году отметили. И вот сейчас будет у нас с мужем 16 лет, как мы вместе. Что это? Это я, а что это я? Степану.
папа, привет. Привет, папа. Мими, где мама? Передай привет. Мелисса, ты куда это отплываешь? 37,5 градусов. 37,5. Час дня. Октябрь месяц. Как вам такое? Вот так вот. Хочу вам показать сейчас еще одну интересную вещь. Я думаю, мало кому интересно смотреть на плавающего мужа и ребенка в бассейне, хотя люди пишут, показывают, часто мне пишут, показывай больше ребенка туда-сюда. Вы знаете, мне это неинтересно. Не то, что я ничего не скрываю совершенно, я не из тех блогеров, которые скрывают мужа и детей, и еще что-то. Нет, просто мне самой вот неинтересно было бы смотреть на чего-то плавающего ребенка, я поэтому показываю то, что мне самой было бы интересно. Вот видите, вот этот верхний этаж, где балкончики, вот это столовая. Половина столовой открыта. То есть такой балкон, веранда, что можешь выйти, там есть. А половина закрыта, такой как шалаш. Вот отсюда, видите, лучше так видно. Это сама гостиница. А вот этот вот шалаш большой и длинный, потому что праздник Суккот. И в Суккот принято есть в шалаше, принимать пищу, поэтому для тех, кто хочет соблюсти традиции, можно и наружи посидеть, можно внутри помещения, можно вот в шалаше, в суке, то бишь, пожалуйста, как угодно. И очень многие люди приезжают специально на праздник этот в гостиницу, чтобы вот вечер праздника именно праздновать вот в гостинице в таком вот шалаше. Также это есть и в Тель-Авиве, и в любом другом городе. Кому интересно, сейчас покажу, что это за гостиница, потому что многие спрашивают, и честно, очень рекомендую, мне понравилось. Я небольшой любитель гостиниц, но это такая нормальная. Но сутки здесь стоят около 1500 шекелей на двоих. И ребенок свыше 2 лет, тоже его надо оплачивать. 1500 шекелей. Ну, в Европе, конечно, гостиницы дешевле, но там нету Мертвого моря, там просто гостиница. Соответственно. Ой, не могу дать. Потрясающий вид. Я вот приезжаю, кто-то приезжает купаться, я просто приезжаю любоваться. Вот название гостиницы. Вот здесь. И как бы вот здесь заканчивается зона гостиницы, а здесь начинается муниципальный пляж. Что очень удобно. И здесь есть потрясающая прогулочная, потому что на более отдаленных гостиниц у них это нет. Вот это все прогулочное. Вечерком идешь, вдыхаешь этот воздух, любуешься этими прекрасными горами, гуляешь, можно зайти там ножки помочить. Многие ходят искупаться, потому что здесь не утонешь. Единственная проблема, глаза могут попасть, вода в глаза, и тогда конец твоим глазам. Потому что это такой концентрат соли, что просто кошмар. Ну, здесь везде есть вода, и даже есть специальная глазомойка. Сейчас я вам ее покажу. Это просто великолепно, даже несмотря на то, что сейчас почти 40 градусов. Это восхитительная природа. Этот воздух, это я не знаю, сюда можно приезжать просто на пару дней, подлечиться после, я не знаю, какого-то гриппа или чего-то такого, надышаться вот этим соленым воздухом. Видите, сейчас прошел этот человек, я его наблюдаю уже несколько дней. Он ходит, еще две женщины со мной, с ним. И со мной они сидели на завтраке рядом за столиком. У них почему-то такие у всех злые лица, как будто они там какие-то русскоязычные туристы, не знаю, откуда они. У них у всех троих такие злые лица, как будто они здесь не на отдыхе, а на казнь приехали. И вот они все эти несколько дней ходят с такими злыми лицами. Я не знаю, что такое с людьми. Смотрите, какая красота, можно ходить с такими мрачными лицами. Посмотрите, какая прелесть. Он только что вышел из моря. Почему лицо, как будто, как в Израиле говорят, 9 ава, да, траурный день.
И вот она. Миштефетнайм. Глазомойка. Вот так вот глаза залил, подставил, промыл. Здесь вода. Здесь еще что-то, мусор. Еще что-то, не знаю, не вчитывалось. Здесь пожарный шланг. И вот она красота. О, Вселенная. Спасибо тебе, что ты подарила нам Мертвое море. Потрясающе. Ну, наверное, на этом я. А может быть, еще и нет. Может быть, еще что-то вам покажу. Потому что, в общем-то, как я сказала, здесь показывать нечего. Вот мы поели, вот мы попили, вот бассейн. Здесь, кстати, бассейн с водой Мертвого моря. Я тут разузнала. Смотрите, какая красота. Там часы есть, потому что нельзя больше какого-то там количества времени болтыхаться. Я опять иду к морю просто погулять. А что тут еще делать? Ходить, гулять, ходить, смотреть, дышать. Ну скажите, это просто отдыхательная порнография. Вот это, хотел сказать, теплица, про которую я вам говорила. Шалаш. Про который я вам говорила, вот закрытая здесь, столовая. Интересно, сколько сейчас градусов, потому что часы, они, по-моему, на видео не цепляются. Видите, они как выглядят фигней какой. 31.7 градусов, сейчас у нас уже 4 часа вечера, 5 час. А, нет, уже даже половина, половина пятого. А днем было 40. Днем было... 40. Ой, как потрясающе. Идемте к морю, что я вам тут цветочки показываю. Пляж, конечно, здесь все вот это искусственный песок. Но посмотрите на эти горы, посмотрите на эту красоту. Мне кажется, что Мертвое море это вообще must для каждого, кто... Говорит, что он любит путешествовать и не побывать здесь. Ну, это примерно как, я не знаю, не пообниматься с Эйфелевой башней. Вот то же самое. Это потрясающее место. Энергетически потрясающе, вообще великолепно. Здесь потрясающий воздух. И эта тишина, по-моему, на пару дней, вот как я приезжаю, 2-3 дня, это просто отдых после... рабочего. Мне хватает на целый год. Наверное, кто-то ездит чаще, но мне хватает на целый год. И даже несмотря на то, что я с ребенком, тоже абсолютно никак меня это не перегружает какой-то деятельностью. И там тоже горы. Что еще? 35 градусов, ходит с термической чашкой с чаем. Познакомьтесь, это я. Меня зовут Ксюша, и я хожу с чашкой горячего чая. В шортах и в кроссовках на море. А там сидит пес. Ждет своих хозяев. Я не знаю, вы его увидите. Вот он. Вот он. Кто-то у нас протащил в гостиницу собаку. Ну, сидит, ждет такой в тенечке. А я иду снимать море. Видео с морем, то, что я тут снимала, я выложу на канале СМА. Я думаю, что очень многим понравится, потому что я получила массу удовольствия, снимая это видео. Посмотрите на эти просторы. Жара уже спала, и просто не могу оторвать свои глаза от того, чтобы нон-стоп просто не сидеть и не любоваться этой красотой. Просто захватывает дыхание. Великолепно. Нету больших подарков, чем нам дарит природа.
Ну как ты себя чувствуешь, господин студент? Я в какой аудитории должен ответить? Для крупной аудитории. Чувствую хорошо. А для более узкой? Для более узкой, смотря о чем спрашивать. Если про это... Если про это, то... Вечер опускается на Мертвое море. Когда ужин? Спросила я. Там где-то был мужик. Вон он там стоит. Который приехал отдыхать с гирей. И вот он ее там на лужайке тягает. Молодец. Мы когда приезжаем в гостиницу, мой муж говорит: «Упс, а я забыл кроссовки, все, я не пойду в качалку». А мужик вон, где он? Где-то там был. Уже убежал. Приехал с гири. А я в жемчугах у бассейна. Видите, да, что творится? Какой просто скандал. Гольфы сняла, жемчуга надела и к бассейну. Все. Теперь людям будет что обсудить. Он, может, из гири пошел. Точно бывший борец. Вот мы же обсуждали. Вот. Точно. Из наших. Сразу видно такое телосложение, знаете, такое мощное, но мягкое. Такое прям. И ноги здоровые. Обычно очень тяжело накачать ноги. А тут получается сразу и ноги, и тельца, и все остальное. И вот эта гостиница, она какая-то мне всегда казалась такая серая и некрасивая. Потом я подумала, почему на Мертвом море все такие гостиницы серые, облезлые, какие-то странные. А потом я все-таки начала еще глубже думать и поняла, что они серые такие, потому что рельеф вот такой, там горы, видите, вот они такие. И чтобы не выбиваться просто. И я всегда смотрела и думаю, да что ж, куда смотрит архитектор? Что они нанимают каких-то дебилов? Вот еще один идет. Что-то здесь людно стало. Я вот тут про ужин-то сказала, а сама подумала, что ужин – это... И вообще, еда в гостинице у меня всегда вызывает стресс. Я ненавижу эту толкотню в столовой, когда все куда-то идут со своими подносами. Мне это напоминает наш спортивный лагерь, когда мы поехали на спортивные сборы. И это спортсмены, но спортсмены это одно, как бы я там не планирую отдыхать. А тут вроде я приехала отдыхать, и я не могу толкаться в этой столовой, и поэтому я иногда не беру лишнюю обед там или ужин, а просто заказываю в номер какой-то салат или какой-то там что-то. И ем в номере, это очень приятно, сидишь так на балкончике, смотришь на красивый пейзаж и обедаешь или ужинаешь потрясающе, вместо того, чтобы идти вот эти развалы еды, которые меня тоже начинают пугать. У меня вообще немножко крышу сносит, когда я вижу большое количество людей, которые бегут за едой. Меня это вводит в панику, я уже себя чувствую некомфортно. Поэтому я вот, чтобы избежать таких страхов, я иногда просто вот в Европе, если или где-то в городе, где ты можешь выйти и пообедать, поужинать, это другое. Вот здесь некуда выйти. Вот чтобы вы поняли, на Мертвом море некуда выйти пообедать или поужинать. Здесь ничего нет. Здесь нету ничего. То есть есть какие-то тут магазины, какой-то торговый центр, где полторы какие-то палатки, торгующие какими-то разнообразными кремами Мертвого моря направо и налево. И все тебя зазывают купить это дерьмище, но давайте будем откровенными, это все Израиль на экспорт, и не надо тащить эти банки с чудодейственными кремами, на мой взгляд, это все полная фигня. И больше здесь пойти негде, опять же, если вы не отъедете куда-то, да, там. А вот когда ты приезжаешь в гостиницу на Мертвом море, некуда, поэтому или в вашей гостинице есть возможность заказывать еду, или надо ходить, вот еще самая страшная вещь гостиницы, это еда по расписанию. Завтрак по расписанию у меня это просто вымораживает мне мозг. Обед по расписанию, даже там, если это 3 часа. Ну, я не могу так ходить по расписанию есть. Во-первых, я ем чаще, чем 3 раза в день. А во-вторых, хочется нажраться больше, чем это нужно. И уплыл.
все-таки не могла еще раз не вернуться к этому потрясающему виду. Когда уже солнце село, вы посмотрите, какая красота. Просто великолепно. Ехать на Мертвое море и не иметь возможности любоваться этой красотой из окна, это просто вас обворовали практически, можно сказать. И тут уже луна. Месяц. Какой великолепный. Просто протянись рукой и возьми эту гору и это море. Просто великолепно. Вон там уже на той стороне, где зажигаются огни. Ночью не было, к сожалению, их видно. Потому что камера не цепляет такие мелкие огоньки. Вот сейчас вот более-менее начинает видно быть. Кто там орет? Кто-то орет тут из соседнего номера. Все-таки, знаете, не удержалась, чтобы не заснять эту красоту. Вы посмотрите, какой вечер. И тут у меня кофе, бутерброд с красной рыбкой, замечательный стульчик. И вот так садишься. Здесь еще пуфик. Пуфик сюда. Вот так ноги. И просто полный релакс. И кофеек. Шикарно. До неприличия.